уважаемые слушатели проекта sipegae.ru. Меня зовут Анастасия. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментария в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно! Если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После 3 удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы друг с другими слушателями. Спасибо. Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/sipegae. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда можете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Сегодня мы будем решать задачи на доказательства и вычисления по планиметрии. Первая задача. В треугольнике ABC проведена биссектриса AM. Прямая, проходящая через вершину B, перпендикулярно AM, пересекает AC в точке N. AB равно 6, BC равно 5, AC равно 9. Докажите, что биссектриса угла C делит MN пополам. Пункт B. Пусть точка P это точка пересечения биссектрис треугольника ABC. Найдите отношение AP к PN. Сейчас давайте вместе нарисуем рисунок. Рисуем треугольник ABC. Биссектрису АМ. И прямую, проходящую через вершину B, перпендикулярно АМ. Нарисуем биссектрису угла C. Точку пересечения BN и AM обозначим за K. И рассмотрим треугольник ABN. Он у нас будет равнобедренный, потому что АК это высота и биссектриса угла А. Следовательно, она будет являться еще и медианой треугольника АБН. Из этого следует, что К это середина отрезка БН. Из всего этого мы получаем, что АН равно АБ равно 6 по условию задачи у нас подано. Откуда следует, что НС, вот этот отрезок НС, у нас будет равен АС минус АН равно 3. Далее рассмотрим треугольник ABC. Биссектриса делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам. Из этого
мы можем сказать, что БМ относится к МЦ, как АБ относится к АС. То есть как 6 относится к 9, 2 к 3. Далее в треугольнике НМЦ. НМЦ. Стороны НС и МС у нас будут равны из наших вычислений. Каждая из этих сторон равна 3. Следовательно, треугольник НМС у нас равнобедренный тоже. Основание в этом треугольнике будет НМ. Следовательно, биссектриса угла С будет являться еще и высотой, и медианой этого треугольника, раз он равнобедренный. Ну, а раз эта биссектриса является медианой, то она делит отрезок МН пополам. Таким образом, мы доказали пункт А. Приступим к решению пункта Б. В пункте Б нам нужно найти отношение АП к ПН, если П – это точка пересечения. Если P – это точка пересечения биссектрис треугольника ABC. Еще раз нарисуем рисунок. Чтобы нам было его здесь видно. Вот здесь обозначим купе и нарисуем треугольник. Приступим к решению. Мы рассмотрим треугольник ПМН. В треугольнике ПМН отрезок П О, здесь возьмем точку О, перпендикулярен к прямой МН. Из этого всего следует, что ПМ равно ПН. Если ПМ равно ПН, то тогда отношение АП к ПН равно отношению АП к ПМ. В треугольнике АНС
треугольнике АНЦ-ЦП – это биссектриса? Поэтому АП относится к ПМ, как АС относится к МС. То есть как 9 относится к 3. Относится к 1. Ответ 3 к 1. Приступим к решению следующей задачи. Медианы АА1, ББ1, CC1 треугольника АБС пересекаются в точке М. Известно, что АС равно 3МБ. Докажите, что треугольник АБС прямоугольный. Найдите сумму квадратов медиан АС и CC1, если известно, что АС равно 12. Итак, мы нарисовали рисунок. Приступим к доказательству пункта А. Нам известно, что медианы своей точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, отсчитывая от вершины. Значит, ББ1 у нас будет равно 3 вторых отрезка БМ. Равно 3 вторых умножить на 1/3 отрезка АС. Троечки сокращаются, и получается ББ1 равно 1/2 отрезка АС. Следовательно, треугольник АБ1, Б и треугольник СБ1, Б равнобедренные. Причем углы B1, AB угол B1, AB равен углу AB, B1, а угол B1, CB равен углу CBB1. И сумма всех этих углов у нас будет равна 180 градусов. И из этого следует, что угол ABC равен сумме углов ABB1 плюс угол B1, BC. И он равен 90 градусов. Следовательно, треугольник ABC прямоугольный. Мы доказали пункт А. И теперь приступим к решению пункта Б.
пункте Б нам нужно найти сумму квадратов А, АС и С, С1. А, А1 и С, С1. Рассмотрим треугольник А, А1, Б, А. Этот треугольник у нас будет прямоугольный. Следовательно, по теореме Пифагора пишем А, А1 в квадрате равно А1, Б в квадрате плюс Б, А в квадрате равно 1 четвертая. BC квадрат плюс BA квадрат. Аналогично мы делаем с треугольником C1BC. CC1 равно C1B квадрат плюс b c квадрат. И это равно 1 четвертая ab квадрат плюс bc квадрат. А теперь просто складываем эти два равенства и получаем aa1 в квадрате плюс c c1 в квадрате равно. У нас есть АВ квадрат и 1 четвертая АВ квадрат. Следовательно, у нас будет, значит, у нас равно 5 четвертых АС квадрат равно 5 четвертых умножить на 12 в квадрате. Равно 5 четвертых умножить на 144. И все это у нас равно 180. Записываем ответ. А1А в квадрате плюс С1С в квадрате равно 180. Задача. Следующая задача. Диагональ АС прямоугольника АБЦД с центром О образует со стороной АБ угол 30 градусов. Точка Е лежит вне прямоугольника, причем угол BEC равен 120 градусов. А. Докажите, что угол CBE равен углу COE. Б. Прямая OE пересекает сторону AD прямоугольника в точке К. Найдите EK, если известно, что BE равно 40 и CE равно 24. Начертим наши данные. Нанесем на чертеж. У нас дан прямоугольник А, Б, С, Д. Диагонали А, С и Д, Б пересекаются в точке О. Точка О – середина прямоугольника. Дано, что диагональ А, С образуется стороной А, Б угол 30 градусов. Точка Е лежит вне прямоугольника. Соединим точки С и В с точкой Е. Проведем прямую от точки Е через точку О к стороне АД. Это нам пригодится в дальнейшем для решения данной задачи.
точка К принадлежит АД, точка М принадлежит БЦ. Итак, пункт А. По теореме о внешнем угле треугольника угол БОС равен сумме углов БАО и угла АБО. Подставляем. Видим, что угол CAB, то есть OAB, у нас 30 градусов. Так как у нас дан прямоугольник, диагонали прямоугольника равны, и точка пересечения делится пополам. Следовательно, треугольник АОБ равнобедренный. А следовательно, углы при основании, основание у нас АБ, а углы при основании это угол ОАБ, он будет равен углу ОБА и равны 30 градусов. Следовательно, отсюда угол БОС это 2 угла ОАБ, то есть 2 умножить на 30, 60 градусов. Угол БОС у нас 60 градусов. Поэтому угол БЕС будет равен угол БЕС плюс угол БОС, подставляем, получаем 120 плюс 60, получим 180 градусов. Значит, точки БЕСО лежат на одной окружности. То есть точки СЕБО лежат на одной окружности. Пройдем через них окружность. У вас получится намного лучше. Вот наша окружность. Вписанные в эту окружность углы CBE и CO. Угол CBE и угол COE опираются на одну и ту же дугу. Угол CBE, вот этот угол, угол COE опирается на одну и ту же дугу, дугу CE. Следовательно, они равны. Угол CBE будет равен углу COE. Пункт А доказан. Перейдем к пункту Б. По теореме косинусов из треугольника BEC, треугольник BEC, сторона BC будет выражаться как корень квадратный BE в квадрате плюс CE в квадрате минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними, на косинус угла CEB, то есть косинус 120. Подставляем данные, получаем BE это у нас 40 в квадрате 1600 плюс CE 24 в квадрате 576 минус удвоенное произведение 1920 умножить на минус 1 вторую. Минус 1 вторая это у нас косинус 120 градусов. 1920 можно разделить на 2, тогда у нас дробь уйдет. В итоге получим корень из 3136. Извлекаем корень, получаем, это у нас будет 2 четвертый умножить на 4 умножить на 7 в квадрате, и в итоге получим 56.
Сторона BC у нас равна 56. Вписанные углы BEO. Угол BEO и угол CEO опираются на равные хорды BO и CO, а значит EO бисектриса угла BEC. Опираются на равные хорды. ЕО бисектриса. Пусть точка М – это точка пересечения ЕО со стороной BC. Вот мы ее нанесли заранее. То есть ЕО пересекает BC в точке М. По формуле для бисектрисы треугольника получаем, что ЕМ равна дробь 2 умножить на BE умножить на CE умножить на косинус половины угла BEC и разделить на сумму сторон. Подставляя, получим 2 умножить на 40 умножить на 24 умножить на косинус 60 градусов. Разделить все это на 40 плюс 24. А в ответ у нас будет 15. По свойству бисектрисы треугольника CM будет относиться к BM как CE к BE. То есть 24 относится к 40, как 3 к 5. Отсюда CM у нас 3 восьмых BC. Подставляю вместо BC наше найденное значение. 56. Получим 21. BM отсюда, так как у нас известно CM, получим 35 BM. По теореме о произведении пересекающихся хорд EM умножить на MO равно BM умножить на CM. Откуда находим, что MO это BM умножить на CM и разделить на EM. Подставляем. 35 умножить на 21 и разделить все это на 15. 49. Треугольник COM будет равен треугольнику AOK по стороне и двум прилежащим к ней углам. Поэтому OK будет равно OM. Так как треугольник COM равен треугольнику АОК. Следовательно, ЕК будет равно ЕМ плюс 2ОМ. Подставляем наше значение, получаем 15 плюс 98. 113. У нас был верный ответ. Это очень хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и приступим к решению следующей задачи. Итак, продолжим. Следующая задача. Хорды AD, BE и CF окружности делят друг друга на три равные части. Пункт А. Докажите, что эти хорды равны. Пункт Б. Найдите площадь шестиугольника ABCDEF
если точки А, Б, С, Д и Е последовательно расположены на окружности, а радиус окружности равен 2 корня из 21. Итак, для начала нам необходимо сделать чертеж. Чертим окружность. Точка О – центр окружности. Отмечаем на ней точки А, Б, С, Д, Е и Ф. У нас сказано, что у нас даны хорды. Хорда АД, БЕ, СФ. Они делят друг друга на три равные части. Пункт А. Возьмем две хорды. Пусть две хорды равны 3х и 3у. Так как они все делятся на равные части, следовательно, вся хорда будет состоять из трех частей. По теореме о произведении пересекающихся хорд получим 2х умножить на х равно 2у умножить на у. В итоге у нас получится, что х равно у. Значит, эти хорды равны. Аналогично доказывается, что третья хорда равна каждой из первых двух. Пункт А доказан. Пункт Б. Равные хорды равно удалены от центра окружности. Поэтому центр равностороннего треугольника с вершинами в точках попарного пересечения хорд совпадает с центром данной окружности. Соединим точки А, Ф, Б, С, Д, Е. Пусть хорды БЕ и CF пересекают БЕ и CF пересекают хорду АД в точках П и Q соответственно. БЕ у нас пересекает точки П, CF точки Q. Обозначим оставшуюся точку точкой Т. Хорды БЕ и ФС пересекаются в точке Т. Мы обозначили. А H у нас будет проекция центра, то есть точки О на АД. Не совсем видно. Тогда H будет общая середина отрезков AD и PQ. А OH у нас будет радиусом вписанной окружности равностороннего треугольника PQT со стороной PQ. OH у нас радиус вписанной окружности. Через точку Т проведем прямую параллельную AD. Через точку P проведем прямую параллельную CF. И через точку Q проведем параллельную прямую BE. У нас получился треугольничек
тут не совсем видно. Эти прямые, параллельные каждой хорде, и хорды разбивают шестиугольник ABCDEF на 13 одинаковых равносторонних треугольников. Обозначим ПК как 2А. Тогда OH 2А корень из 3 на 6 у нас будет правильно. То есть А корней из 3 пополам умножить на 2 корня из 21. 2 корня из 21 это у нас радиус окружности. И это равно ОА. А ОА, в свою очередь, равна корень из ОH в квадрате плюс АH в квадрате. Вычисляем. Получаем А в квадрате корень. А в квадрате делить на 3 плюс 9А в квадрате. Все это под корнем. В итоге получаем 2А корней из 7 делить на корень из 3. Отсюда находим, что А равно 3. А значит ПК, что мы обозначили 2А, равно 6. 2 умножить на 3 – 6. Отсюда площадь треугольника ПКТ, А в квадрате корень из 3. Вместо А подставляем найденное нами ПК, получаем 9 корней из 3. Следовательно, площадь нашего шестиугольника, как мы говорили ранее, это она состоит из 13 равных треугольников. 13 умножить на площадь ПКТ. То есть 13 умножить на 9 корней из 3. 117 корней из 3. Наш ответ. В остроугольном треугольнике КМН проведены высоты КБ и НА. А. Докажите, что угол АБК равен углу АНК. Б. Радиус угла радиус окружности описан около треугольника АБМ, если известно, что КН равняется 8 корней из 2 и угол КМН равен 45 градусов. У вас есть некоторое время, чтобы сделать чертеж. Построим треугольник КМН. Проведем высоты КБ и НА. Углы N. Углы NAK и NBK, опирающиеся на KN, равны, значит, точки A, B, N и K лежат на одной окружности, а следовательно равны вписанные углы ABK и ANK. Этой окружности, опирающейся на дугу АК. То есть углы АБК и АНК равны. Теперь Б. Так.
прямоугольный треугольник КМБ и прямоугольные треугольники КМБ и НМА, имеющие общий угол КМН. Вот этот. Следовательно, они подобны. Отсюда из подобия треугольников следует, что АМ деленное на БН равняется МН деленное на МК. Или АМ деленное на МН равно БМ деленное на МК. То тогда и треугольники КМН и БМА также подобны, причем коэффициент подобия равен АМ относится к МН так же, как БМ относится к МК и равен косинусу угла КМН. Тут следует, что АВ равняется КН умножить на косинус угла КМН, и это равняется 8 корней из 2 умножить на косинус 45 градусов. Это равняется 8. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cbug.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/cbug. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cbug.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям, одноклассникам.